Всем здорово, ребята, уже вот-вот стартует летний пропуск и начнется все самое интересное. Если ты новичок или только собираешься играть на Маджестике, то сегодня мой видеоролик очень сильно тебе поможет. Сегодня я помогу тебе разобраться и сделать лучший старт на летний пропуск, и уже сегодня ты будешь иметь дорогой дом и ездить на спорткарах. Я вам серьезно об этом говорю, и это вовсе никакой не байт. Поэтому я желаю всем приятного просмотра и аппетита, кто кушает. Let's fucking go! Ну и как всегда, абсолютно в каждом видеоролике я разыграю по 2000 Маджестик коинов на любом из серверов. Для участия вы должны подписаться на канал, поставить лайк под этим видеороликом, написать статик и сервер, на котором вы играете, ну а также вступить в мой дискорд канал. Там ты найдешь много полезной информации, таблиц, гайдов и карт на Маджестик РП и много различных розыгрышей. Ну а если ты хочешь играть вместе со мной, то переходи по ссылочке в описании, регистрируйся, вводи мой промокод Москвин, он тебе даст 20 тысяч баксов и 7 дней платину VIP. А это очень хорошие плюшки, которые тебе помогут на старте. Ввести его можно при регистрации или в чат командой /промо Москвин. Ну а я буду начинать, let's go! Итак, первым делом переходим по первой ссылочке в описании, скачиваем лаунчер и пока идет процесс установки, нажимаем на кнопку «Зарегистрироваться». И первым делом выбираем сервер. Лично я играю на первом сервере, поэтому если у вас есть кайф играть вместе со мной и в дальнейшем состоять в моей семье, ведь я принимаю в нее абсолютно всех своих подписчиков и даже новичков, и даю возможность зарабатывать вместе со мной, но об этом чуть позже. Далее придумывайте себе логин, почту, пароли, ставим все галочки и нажимаете «Зарегистрироваться». Далее переходим на рабочий стол, открываем лаунчер, который вы установили, и заходите на сервер, на котором вы зарегистрировались. Вводите свой логин и пароль, который вы вводили на сайте регистрации, и нажимаете «Войти». Далее подошел процесс создания вашего персонажа. Справа в конфигураторе можете сделать себе любого персонажа по собственному желанию. Но если вам лень этим заниматься, то есть кнопка автовыбора, которая за вас делает рандомную внешность вашему персонажу. После чего завершаем редактирование, и вот мы на финишной прямой. Выбираете страну для генерации ника, лично я выберу американца по дефолту. Далее вводите имя, фамилию и возраст от 18 лет и нажимаете клавишу «Начать играть». После чего у вас будет кат-сцена, она буквально на минуточку-полторы. И затем вы появитесь в аэропорту. Если вы не вводили мой промокод при регистрации, то открывайте чат на русскую клавишу «Е» и вводите туда команду /промо-москвин. Ввести его нужно обязательно, потому что благодаря этому промокоду вы получаете на старте 20 тысяч баксов и 7 дней к вашему платинум випке, которая дает возможность зарабатывать в 2 раза больше на работах, нежели без нее. Поэтому мой промокод очень сильно вам поможет на старте, не забывайте об этом. Далее мы видим чувака в жилете, это наш путеводитель, или простыми словами NPC, которому вам нужно будет подойти и взять квестовые задания, чтобы получить еще пару плюшек. Но все задания выполнять не обязательно, об этом я расскажу и покажу в процессе видеоролика. А пока выполняем то, что даст нам пользу в виде различных плюшек. Берем у него первоначальный квест, справа сверху у вас высветится вся информация. И первым заданием вам нужно будет посмотреть список на аренду. Для этого нажимаем на кнопку «Мне нужен транспорт» и сразу же арендуем самый дешевый мопед за 60 долларов. Сразу же справа сверху появляется следующее задание – открыть банковский счет. Для этого открываем карту через Escape и ставим метку на второй банк, как показано у меня на видео. Ну и соответственно отправляемся туда на нашем мопеде. После того, как вы туда приехали, забегаем в банк, нажимаете кнопку «Открыть счет», выбираем самую первую карту и придумываете себе 4-значный код. Его, кстати, стоит запомнить, можете сделать его абсолютно легким, и если вдруг кто-то его узнает, то деньги с вашей карты, кроме вас, никто списать не сможет. Далее сразу же появляется следующий квест «Загляните в банкомат». Для этого выходим из банка и сразу же слева от дверей нас встречает 2 банкомата. Подходим, нажимаем клавишу Е, вводите свой пин-код, тем самым задание у нас выполняется и можете его спокойно закрывать. Далее сразу видим следующий квест, поговорите с путеводителем. Для этого точно так же открывайте карту через Escape и ставите метку на человечка, как показано у меня на видео. Ну и соответственно отправляемся туда. Но перед тем, как я продолжу, забыл вам рассказать очень важную вещь, которую должен сделать абсолютно каждый новичок. Нажимаем клавишу F2, переходим в раздел «Магазин» и выбираем стартовые наборы. Тут мы видим стартовый пак платинум, который стоит 1000 Маджестик коинов. Это очень важная вещь, которую стоит действительно приобрести, так как данный пак вам даст абсолютно все лицензии оружия, права на все категории и все самое необходимое для того, чтобы нормально жить. Далее он прокачивает все навыки силы, стрельбы и выносливости на 100%, которые вам тоже очень сильно необходимы. Также данный пак вам даст 7 дней к вашей платинум випке. Плюс, если вы ввели или только ведете мой промокод Москвин, то напомню вам, что вам дадут еще 7 дней к вашему платинум випке. А это уже целых 14 дней в общем. Ну а также вам дадут сразу же 100 тысяч вертов, что вообще так неплохо, которые вы можете потратить куда угодно. Советую купить данный пак сразу же и не затягивать, так как если вы прокачаете свой уровень выше, то купить вы его потом не сможете. 1000 коинов в переводе на рубли это 500 рублей, так как на Маджестике действует x2 к вашему донату. Но если у вас нет возможности задонатить на старте, то на Маджестике действует акция. Отыгрывая каждый день по 5 часов, вы будете получать по 200 Маджестик коинов. И так за 5 дней вы сможете себе налутать 1000 коинов и приобрести данный пак. Ну и напомню вам, что абсолютно в каждом видеоролике
видеоролике я разыграю по 2000 Majesty коинов, плюс еще 2000 коинов в своем дискорде. Для участия нужно обязательно поставить лайк, подписаться на канал и написать комментарий от 5 слов со своим статиком и сервером, на котором вы играете. Ну и не забывай перейти в мой дискорд по ссылочке в описании. Там, кстати, очень много таблиц и гайдов на все работы и не только, которые тебе очень сильно помогут в дальнейшем. Ну а мы продолжаем дальше. Подходим к нашему путеводителю и выбираем пункт насчет квеста. И помимо того, что он вам дает новый квест, вы получаете еще целых 3 дня к вашей платинум випке. А я напомню вам, что это уже целых 17 дней с учетом приобретения стартового набора и ввода моего промокода Москвин. И вот именно с этого момента начинается все самое интересное. Мы видим задание «Заработайте 3000 баксов на подработке». Скажу вам честно, это занимает минут 15. При этом больше никаких плюшек мы не получим. Но раз вы смотрите данный видеоролик, я даю вам только наилучшие советы. Поэтому не стоит тратить время и просто-напросто подходим все к тому же NPC персонажу и отменяем квесты. Так как, повторюсь, больше нам ничего за это не дадут. А чтобы заработать 3000 баксов, я считаю 15 минут долговато. Легче попросить кого-нибудь тебе их дать. Именно так вы сэкономите очень много вашего времени. Ты тут нет? Да. А ты можешь чуть мне накинуть денег, пожалуйста? На права там, на все дела. Буду благодарен, реально. А, даст, все-таки даст. Ой, спасибо тебе большое. Все. Ой, спасибо. Больше нету, да не, ничего страшного, конечно, это нормально так. Спасибо тебе большое, хорошего дня. Не за что, тебе тоже. Далее вы по факту уже в свободном плавании. Можете спокойно работать, прокачивать ранги на той или иной работе, идти в банду или в мафию, это все понятно. Но не просто так я говорил про свою семью и то, как вы можете облегчить себе прохождение летнего пропуска, будучи абсолютным новичком. Для начала нужно понимать, что для летнего пропуска так или иначе потребуется какой-то дом или машины, на которых вы будете передвигаться, и в целом хоть какие-то деньги на выполнение заданий пропуска. Вы спросите, где же это все взять новичку? Ответ очень прост. Я принимаю абсолютно всех своих подписчиков и совсем не важно, новичок ты или уже давно играешь на Маджестике. Вступая в мою семью, ты будешь жить в большом дорогом доме на Вейнвуде с бассейном. То есть ты сможешь там каждый день появляться, спамнить машины и при этом тебе ничего платить не нужно. Также в моем доме есть 10 машин, в том числе и эксклюзивных спорткаров, которыми вы можете пользоваться абсолютно любой и в любое время. То есть по факту они твои. Ты их можешь спамнить на доме, на ключе, вообще везде. Работать на них, ездить и делать что угодно в любое время суток. Кстати, про работу. В моем автопарке есть и 2 машины для дальнобойщика, они с Хелион и Mercedes Sprinter, на которых вы можете зарабатывать деньги, работая дальнобойщиком, и абсолютно все деньги забирать себе. Но это еще не все. А что если я вам скажу, что вы можете зарабатывать до 1 миллиона в неделю, не напрягаясь? В общем-то, в семье есть контракты, за выполнение которых вы получаете деньги. Они абсолютно простые и не занимают очень много вашего времени. При этом все деньги с контрактов я даю именно вам, себе ни копейки. Так что, вступая в мою семью, вам не обязательно тратить деньги на покупку дома, машин и так далее. Тогда вы можете спокойно пользоваться моим и зарабатывать только для себя и копить деньги на что-то грандиозное. Так что благодаря моей семье ваше прохождение летнего пропуска станет в миллион раз легче. Тем более, если ты еще не подписался, советую это сделать и поставить колокольчик. Так как у меня на канале ты увидишь много гайдов по летнему пропуску одним из самых первых. Так что такое пропускать я тебе точно не советую. И кстати, как собственно вступить в семью. Переходите в описание, заходите в семейный дискорд и там в информации будет человек, которому вам нужно будет написать и вас спокойно примут. Ну и конечно же я подведу итоги прошлого розыгрыша на 2000 Majesty коинов. Победителем становится вот этот вот счастливчик. Поздравляю. И для того, чтобы забрать этот приз, напиши мне ВКонтакте. Ссылочка будет в описании. Ну а я в свою очередь буду потихонечку заканчивать. И не забываем, кстати, про розыгрыши. Обязательно подписка, лайк и комментарий. Ну а с вами был Москвин. Желаю всем добра и позитива. Всем удачи и пока.